Вечная классика. Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Сменяются эпохи, строятся города, технологии шагают вперед, но галерея человеческих страстей и пороков остается неизменной. В современном мире ставить классику так, как написано, очень сложно. Вот. Мы обращаемся к современному зрителю, он должен нас услышать, увидеть и понять наш месседж, от того, о чем мы говорим. Поэтому сказать, что мы вот как написано, мы очень трепетно относимся к тексту, к авторскому, да. Вот Николай Васильевич Гоголь, здесь у нас все соблюдено, но мы живем в современном мире, у нас мы по-другому относимся к тем проблемам, которые, к сожалению, до сих пор в нашей жизни еще существуют. И поэтому, конечно, спектакль современный. 6 классических постановок, но с современным переосмыслением. Особенно ценно в условиях пандемии посетить один из спектаклей. Некоторые из них – победители театральных фестивалей. «Царь и тип прозрения», конечно же, спектакль абсолютно современный, и он очень сложно сочиненный, потому что там есть тексты Кафки, и Достоевского, и Марины Цветаевой, и Пастернака. Это наш такое высказывание, это название самого «Царь и тип прозрения». Он у нас прозревает как бы духовно к концу спектакля. И этот спектакль мы играли в Керчи, например, мы играли под открытым небом на горе Митридат на фестивале античного искусства. Большие гастроли – программа, которая существует с 2014 года. Она создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект в стране. Коллектив Архангельского театра участвует в больших гастролях с 2017 года, но в Рязань в этом году приехал впервые и уже завоевал сердца местных театралов. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».